Казанская художница Алсу Валиуллина впервые приехала в Самару в лабораторию городской среды «Выход в город». Коллеги по цеху рассказали ей, что в парке Гагарина недавно упал дуб. Алсу любит и изучает природу, поэтому отправилась в парк посмотреть на когда-то могучее дерево. Увидев пень и разрушенный ствол, поняла – это то, с чем она хочет поработать в рамках творческой лаборатории. И я решила продлить его жизнь немножко побольше, продлить память, которая хранила этот дуб, потому что ему 300 лет – это очень много. И я думаю, он повидал очень много событий. А сейчас там находится, получается, пень и часть вот этого упавшего дерева. Если он останется в таком же виде, то я сделаю некую ткань из принта. Я с помощью естественных материалов, таких как травы, растения, цветы, я все эти материалы беру и с помощью обычного молотка я вбиваю в ткань, как будто бы в данном случае, как будто бы я в память возвращаю к чему-то материальному. Вот с помощью такой ткани, такого полотна я обволакиваю это дерево, тем самым показываю другим людям, сколько повидало это дерево. Художники лаборатории городской среды «Выход в город» из Нижнего Новгорода, Казани, Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Сыктывкара и Кирова в течение недели изучали Самару, знакомились с ее жителями, ходили на экскурсии и в музеи. После этого в лаборатории рождались художественные проекты на стыке трех направлений – медиа, саунд и паблик-арта. Это удивительный формат, который позволяет раскрыться художникам, дает им какую-то экспертизу, помогает увидеть город, помогает влюбиться в город, в людей. Есть те, кто приезжают, ребята из разных городов, а есть те, кто живут. Это разный взгляд на город, потому что взгляд замыливается у тех, кто живет в городе, они не видят каких-то мест, а со стороны ребята помогают им увидеть по-другому. Развитие современных художественных практик говорит нам о том, что, в общем, коммуникация с городом может встраиваться разными, ну, может быть, даже довольно неожиданными методами. И получились 23 очень интересных проекта. Все очень разные, есть такие задумчивые, есть ироничные. Художественные проекты, которые станут итогом работы в лаборатории, самарцы смогут оценить во время фестиваля «Волгофест». Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.